Всем огромный привет! С вами Оксана. В этом видео я вам покажу, как связать вот такую вот пяточку для носочка. Вот так она выглядит. Это, можно сказать, упрощенная пятка бумеранг. Она вяжется на любом количестве петель. Например, вы вяжете носочек, как я в данном случае вяжу носок вот с таким вот красивым узором, на который недавно вышел у меня мастер-класс, многие его не знали, кто-то его уже давно использует. Так что присмотритесь, очень красивый такой узор. Кто-то написал, как чешуйки смотрятся. Так оно и есть. Итак, я вот вяжу сейчас вот такие вот носочки. У меня на спицах 48 петель. На пятку уходит половина петель. Это 24 петли. Пяточка у меня... И эти 24 петли надо поделить на 3 части. У меня получается ровное количество петель, да? 24 делим на 3, будет 8 петель. Значит, здесь 8 петель, по центру 8 петель и со второй стороны 8 петель. Если у вас, например, нечетное количество петель, то по краям берите, например, четное число, да? 8, 8 и тут 9, да, например. Так можно брать. Главное, чтобы по краям было одинаковое количество петель. Вяжется очень просто, легко эта пятка. Гораздо проще, чем бумеранг. Многие не любят пятку бумеранг из-за там поворотных рядов, перекидывания петли, потом дополнительные ряды. По кругу здесь этого нет. И давайте покажу, как вязать эту пяточку. Уже наглядно. Так, вот у меня разделено, да, все пополам. Здесь у меня 24 петли. И отделяю с двух сторон, делю на 3 части по 8 петель. Так вот, 2, 4, 6, 8. Можно поставить маркер, можно его не ставить, просто посчитать. Ну и я вам все наглядно сейчас покажу. Здесь тоже 2, 4, 6, 8. Ставим маркер и посередине, так, тоже у меня остается 8 петель. Вот, 2, 4, так вот, 2, 4, 6, 8 петель. Все, поделили. И начинаем вязать. Если будете вязать этим же узором, то смотрите, я закончила серым цветом, вот полностью ряд, да? И теперь буду вязать основным цветом пяточку. Вот эти петли я не буду пока провязывать. Основной цвет у меня вот розовый. Итак. Вяжем до конца все петли лицевыми. И не доходим 2 петли. Маркер переносим. 8 петель центральных. Маркер переносим. И вот мы дошли до конца. Вот они, 2 петли у нас серых, правая стенка перед работой, поэтому здесь мы просто провяжем 2 петли вместе с наклоном вправо. Смотрите, чтобы все ниточки захватить. И хорошенечко подтягиваем. Здесь должно быть хорошо подтянута нитка, не должна провисать, чтобы здесь потом не было дырочки. Так, снимаем петельку. Еще раз подтянем, чтобы она прям плотненько была. И начинаем вязать в обратную сторону изнаночными петлями. И не доходим до конца 2 петли. Маркер переносим. Со второй стороны тоже маркер переносим. И вот сейчас не довязываем 2 петли. Вот смотрите, вот они наши 2 петли, правая стенка перед работой, поэтому просто так берете лицевой, 2 петли вместе с наклоном вправо. Смотрите, лицевой я провязала не изнаночной, хорошо подтянули, разворачиваемся и теперь повторяем.
эти манипуляции. Здесь смотрите, что мы делаем. Снимаем петлю. Снимаем. Так, чтобы вся нитка была. Вот, перекидываем нить за работой. Подтягиваем хорошо, смотрите, чтобы тут туго было. И начинаем вязать в обратную сторону. Петли лицевые еще раз подтянем, чтобы здесь ничего не вытягивалось. И снова вяжем до конца и провязываем 2 петли вместе в конце. Перекидываем маркер и дальше вяжем лицевыми. Вот, дошли 2 петли. Так как я вязала бабушкиным способом, то смотрите, правая стенка петли у меня сейчас за работой. Я ее переворачиваю, чтобы она была перед работой, вот так. И провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязала. Хорошенечко вот здесь подтянула, чтобы было плотненько. Разворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону изнаночными петлями. Здесь петлю снимаю. Подтягиваю хорошо, снова вяжу изнаночную, еще раз подтяну и вяжем обратно изнаночными петлями и провязываем снова в конце 2 петли вместе. Довязала. Смотрите, здесь правая стенка петли перед работой, поэтому просто вот так заходим и провязываем 2 петли вместе лицевой и подтягиваем. Разворачиваем вязание. Здесь снова повторяем. Вот снимаем петлю, переносим за работу, подтягиваем и вяжем лицевыми петлями. Итак, повторяем, пока вот у нас посередине не останется 8 петель. Вот я дошла, 2 петли. Так как вяжу бабушкин, если была классика, то петля была бы вот так развернута. Но так как я бабушкина, то под эту правую стенку петли надо, чтобы она была перед работой. И провязываем 2 петли вместе. Я думаю, эти манипуляции понятны. Итак, убавляем с этой стороны, пока у нас не будет только 8 центральных петель. Смотрите, я провязала, у меня перед маркером, после маркера осталось по одной петле. Я хочу вместе с вами провязать, закончить. Так, снимаем, здесь вот маркер перекидываем, подтягиваем хорошенько и вяжем лицевыми петлями вот до конца. Вернее, не доходим до маркера, одну петлю. Вот, смотрите, у меня после маркера одна, перед. Разворачиваем вот эту петельку и сразу убираем маркер. Вот снимаем, разворачиваем петлю, убираем маркер, одеваем и провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот, провязала. Разворачиваем вязание. Делаем тоже здесь последнюю убавку. Снимаем петлю и вяжем изнаночными петлями. И не доходим до маркера одну петлю. Вот, довязали, снимаем маркер, петлю, маркер убираем, одеваем и провязываем 2 петли вместе лицевой. Все. Смотрите, что получилось. Вот такой вот. Вот так вот у нас получилось по краям. Вот такой вот почти треугольничек. Вот. Теперь, что мы должны делать? Просто 2 ряда провязать без убавок. Снимаем первую петлю и вяжем до конца все лицевыми петлями.
Разворачиваем вязание и в обратную сторону вяжем все петли изнаночные. Первую вот снимаю и все петли изнаночные. Все, провязала. Теперь мы будем по краям добавлять те петли, которые убавляли. Теперь мы обратно будем возвращать их в работу. Как мы это будем делать? Так, первую петлю снимаем. Первую петлю снимаем. Вяжем все петли лицевыми. Последняя тоже вяжется лицевой. И смотрите, здесь вот идут прибавки. Вот здесь мы должны прибавить петли. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Петли мы должны прибавить. Вот эту вот пропускаем, а вот следующую вот заходим и вот так целиком, видите, за две дужки добавляем петлю. Не смотрите, что тут такая дырочка. Подтягиваем, ее потом не будет. Разворачиваем вязание. Вот здесь потуже подтягиваем, снимаем петлю и вяжем в обратную сторону все петли изнаночные. Провязала. Здесь тоже поднимаем. Смотрите, вот здесь одна идет, вот она, и вторая. Мы сзади вот так заходим, вот эту пропускаем одну. А во вторую вот так заходим, захватываем нить и выводим на лицевую сторону. Разворачиваем вязание, подтягиваем ниточку. Вот что у нас получилось. Не смотрите, что дырочка большая. Снимаем и вяжем все петли лицевые в обратную сторону. Провязали. Здесь видно, вот добавили петлю, значит, вот следующую добавляем, подтягиваем, разворачиваемся. Здесь подтянули хорошо, снимаем и вяжем в обратную сторону все петли изнаночные. Довязали. Здесь вот хорошо снова видно, да? Вот здесь мы подняли петлю, значит, следующую. Вот сзади заходим с лицевой стороны, захватываем нить, выводим на лицевую сторону. Смотрите, чтобы ничего не зацепилось еще. Вот вывели. Разворачиваем вязание. Развернули. И вяжем в обратную сторону. Итак, мы добавляем петли. С одной стороны и со второй стороны, пока на спицах снова не будет 24 петли. И вот вяжу в обратную снова сторону лицевыми. И захватим еще одну петлю. Здесь смотрите, чтобы петля не была скрещенной, вот за правую стенку провязан. Здесь видно, что мы уже подняли петлю и следующий заходим вот целиком за две дужки и поднимаем, подтягиваем, разворачиваемся. И вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Здесь тоже смотрите, чтобы петля была развернута. Вот видите, за правую стенку. Здесь вот поднимали, в следующую заходим вот так раз,
на лицо, разворачиваемся и вяжем лицевыми петлями, снимаем и вяжем лицевыми. И вот у нас, видите, уже образуется пяточка. Следующую петлю поднимаем. И так вяжем туда-сюда. И покажу, где последнюю петлю потом поднимать. Еще. Я думаю, здесь понятно, да? У меня сейчас на спицах уже 22 петли, и у меня остается прибавить по одной петле. Смотрите, я довязываю вот здесь. И вот последнюю я добавляю вот целиком. Можете вот серую взять и серую. И добавить вот, чтобы не было дырочки. Вот добавили, разворачиваем вязание. Снимаем петлю, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. И нам останется добавить еще одну петлю. Так, с этой стороны то же самое, вот довязали. Вот здесь вот, видите, уголочек вот он. Вот серая ниточка, и мы, серая петля, мы за нее захватываем и добавляем. Добавили, разворачиваем вязание. И теперь начинается круговое вязание уже. Первую вот эту петлю снимаем и вяжем лицевыми петлями и считаем их. Раз, два, вот. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20, 21, 22, 23, и вот она, 24 петля. Все, теперь мы вяжем верх носка. По узору здесь у меня все петли лицевые. Лицевые и розовым цветом. Если вы вдруг будете вязать таким же узором, вот. Вот я довязала, да? Если такой же узор, то вы просто смотрите, что вот тут вяжете. Так, здесь лицевая должна быть, здесь изнаночная, да? Вы будете здесь вязать лицевая, изнаночная, значит, серый цветом вы вяжете лицевой. Так, нитки не перекрещиваем.
Вот. Берем серую нить. Вот эту нитку оставляем, подтягиваем, смотрите, чтобы они не перекрещивались. И продолжаем вязать просто вот лицевая и изнаночная, если у вас такой узор. Лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная. Изнаночная, здесь сверху смотрим, да, у нас продолжается, вот видите, здесь была изнаночная, значит теперь лицевая, вот хорошо видно. Все, дальше продолжаем узор. Сейчас я довяжу и покажу пяточку. У нас вместе с вами получилось. Конечно, для наглядности надо провязать еще пару рядов, чтобы посмотреть, как вы сделали углы, есть ли там дырочка. Так, все, дальше вяжем узор. Так, вот такая вот пяточка получилась, вот такая интересная, типа упрощенный бумеранг. Вот здесь вот смотрите, дырочки нет, ну и здесь тоже дырочки нет, вот видите, тоже не будет дырочки, все это вот так по кругу будет идти, и видите, дырки нет. Все, вот такая вот косичка с одной стороны получилась, и вот так со второй. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Мне это очень-очень важно. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.